Сегодня в стране отмечается День государственных символов. 4 июня 1992 года были утверждены отличительные знаки независимости – флаг, герб и гимн. Поздравляя казахстанцев, президент отметил, что задача каждого гражданина – чтить и беречь государственные символы. Не раз глава государства отмечал, они сплачивают и объединяют население во имя общего дела. В столице празднование началось с церемонии поднятия флага с участием роты почетного караула Национальной гвардии. Акция «Мои символы» прошла у монумента Байтерек. В ней также участвовали свободные военные оркестры региональных командований и Нацгвардии. В это же время на площади Казак-Еле прошла акция «Курак-Курпе». Около 200 мастериц со всех уголков Казахстана изготовили одинаковые лоскутные одеяла в цветах государственного флага. Все корпе выполнены из одной ткани, в одинаковой технике и размерах. Своим поступком Куракше планирует попасть в казахстанскую книгу рекордов, а также познакомить мир с достоянием и традициями предков. Идея вообще родилась из мечты. Из мечты, когда тысячи дамбристов были занесены в книгу Гиннесса рекордов. И поэтому тоже решила, почему бы не собрать со всего Казахстана краше и в одном стиле, в одном размере сшить одинаковые курпе, которые покажут единение всего казахского народа. У нас в казахстанской книге рекордов Гиннесса есть специальный раздел, который отмечает особые рекорды, специфичные, в том числе связанные с этнокультурой. Постараемся в основном регистрировать такие события, такие рекорды, которые показывают мастерство людей, особые качества, показывают, ну, выдающие способности людей.